Мюнхен на эти выходные стал поставщиком самых больших политических новостей для всего мира. Ведь именно Мюнхенская конференция по безопасности традиционно та самая нейтральная полоса, куда собираются политики со всего мира, и чтобы в публичной дискуссии донести свою позицию, и чтобы заполучить новых союзников, никаких итоговых заявлений не принимают, но такая острая дискуссия помогает максимально понять и оценить расклады сил и их перспективы. И вот посмотрим. Главных тем было две – Сирия и мигранты. И понятно, что вытекают они одна из другой. И понятно, что обе проблемы настолько остры, что решение не терпит отлагательств. И тут началась настоящая пикировка. С одной стороны, Россия предложила вполне рациональное – с 1 марта огонь в Сирии прекратить всем сторонам. С другой, Запад сразу же выдвинул встречное предложение – а давайте прекратим немедленно. И как в дурной шутке, встречный план – это то, что сделать практически невозможно. Ведь прекращение огня должны исполнять все стороны. А как это сделать, если сирийская оппозиция только что в Женеве не смогла даже единую делегацию сформировать? Ее даже за один стол переговоров не смогли усадить. Именно из-за радикальных оппозиционеров сами переговоры заморозили на 3 недели, а тут мгновенное прекращение огня. Потом следующее предложение. Москва готова сотрудничать с Советом НАТО ради победы над кризисами. И снова НАТО заверяет, что на уровне послов готовы, и при этом Россию объявляют главным дестабилизирующим фактором в Европе и врагом. На что глава российской делегации в Мюнхене премьер Медведев ответил просто: вы в каком году живете, в 16-м или в 1962-м? Мой коллега Евгений Лямин наблюдал за заседаниями и разбирался, кто с чем приехал, кто о чем спорил и почему так трудно договориться. Вторая международная конференция по безопасности. Основные темы – борьба с терроризмом, миграционный кризис в Европе, конфликт в Сирийской Арабской Республике, война на грани перемирия. В преддверии конференции прошла встреча международной группы по поддержке Сирии, после чего, кажется, впервые за 5 лет конфликта заговорили о прекращении боевых действий. Главная задача – чтобы перемирие состоялось по согласию правительства и оппозиции. Об этом прямо записано, что перемирие не может начаться немедленно, оно начнется через неделю, если и правительство, и оппозиция необходимые меры проработают. Да, придется, наверное, оказывать влияние на сирийские стороны, и надеюсь, что такое влияние будет оказано всеми. Пусть и с осторожностью, пусть и с оговоркой «возможно», но перемирие. Правда, это явно устраивает не всех. Турецкий премьер заявил, что страна готова начать военную операцию против сирийских курдов, которые контролируют северные районы Сирии. Курдов, чьи подразделения борются с террористами, поддерживают Соединенные Штаты. Однако другой член НАТО, Турция, спустя сутки после результативных переговоров наносит артиллерийский удар по позициям курдов в провинции Алеппо. И теперь возможное перемирие кажется на грани войны, только уже куда большей. На конференции по безопасности о переговорах по сирийской проблематике говорили и во время выступлений, и в кулуарах. Ведь только остановив гражданскую войну в Сирии, можно победить так называемое «Исламское государство» – террористическую организацию, запрещенную как в России, так и в других странах. Позицию Москвы на форуме изложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он призвал Запад отказаться от доктрины сдерживания в отношении России и объединить усилия. Терроризм – проблема цивилизационная. Или мы, или они. Это пора всем осознать, без всяких нюансов и полутонов, без всякого оправдания их действий, без деления на своих и чужих, на крайних и якобы умеренных. Неужели нам нужна еще одна, третья мировая встряска, чтобы понять, насколько сейчас необходимо сотрудничество, а не конфронтация? Даже наши недоброжелатели признают, что при всех разногласиях антитеррористическое уравнение без России не решается. Россия, как и прежде, готова к диалогу и совместной работе. С тем, что без Москвы сирийский конфликт не разрешится, никто сегодня уже и не спорит. У меня нет сомнения, что совместные усилия и мощь стран, вовлеченных в борьбу с ИГИЛ, включая Россию, в итоге положат конец мечте ИГИЛ о халифате. Мы победим ИГИЛ, но победить идеологию экстремизма не так просто. В свою очередь Джон Керри обещал усилить сотрудничество с Москвой в военной сфере. Правда, пока все это на словах, и произнесены они уже после того, как страшный джин был выпущен из бутылки.
вслед за Ираком, Египтом, Тунисом, Ливией в попытке свергнуть главу очередного неугодного правительства. Соединенные Штаты и их союзники в Сирии готовы были поддерживать, кажется, кого угодно, от сомнительных группировок до откровенно экстремистских, и словом, и делом. Каждого, кто готов был воевать против правительственных войск Башара Асада. Деньги, вооружение, так и появились десятки, а потом и сотни различных террористических группировок, больших и маленьких, в конечном итоге объединившихся под единым черным знаменем. Слушая то, о чем говорили в Мюнхене, многие вспоминали то, что прозвучало здесь же 9 лет назад. Владимир Путин еще тогда, до всех этих страшных событий, в 2007-м, в знаменитой мюнхенской речи предостерегал: внешняя политика западных стран во главе с США будет иметь тяжелые последствия. В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм. Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. Архитектуру глобальной безопасности пересматривать на Западе тогда не стали, да и сейчас неохотно, лишь в критические моменты. Даже общая для всех угроза международного терроризма. Вместо сближения с Россией и объединения усилий США идут на провокации, продолжая расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче. Мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны. Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой. То для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран. Снимают пугающие фильмы, в которых русские начинают ядерную войну. Я вообще иногда думаю, мы в 16-м году живем или в 1962-м? Вот и конференция по безопасности, точнее панельная дискуссия, должна была превратиться по сути в заседание антироссийского клуба по штамповке санкций. В составе все те же президент Литвы, президент Польши, президент Украины. В этом году на конференции по безопасности конфликт на Украине уже далеко не первая тема, поэтому Петр Порошенко старался как мог и даже вспотел, агитируя европейцев сохранить санкции против Москвы. В итоге пришлось отвечать на вопросы о коррупции. Госсекретарь США, как водится, грозил Москве новыми санкциями, но чуть ли не впервые так публично и явно дал понять Киеву, время авансов закончилось. У Украины есть обязательства по Минску-2. Важно, чтобы Киев выполнил свою часть договоренности. Ни народ Украины, ни их партнеры в международном сообществе не считают, что на Украине было сделано достаточно. В итоге антироссийского клуба в Мюнхене не получилось. На встрече с Дмитрием Медведевым премьер Франции заговорил ни много ни мало о новом импульсе в экономических отношениях. А глава Восточного комитета немецкой экономики на российско-немецком деловом завтраке о снятии санкций. Снятие санкций связано с выполнением Минских соглашений. Однако в настоящее время мы наблюдаем, что Украина не выполняет свои обязательства по этим соглашениям. И поэтому мы надеемся, что по меньшей мере, начиная с лета, нам можно будет начать процесс снятия санкций. Европейские страны, конечно, и сегодня идут на поводу у Вашингтона, но и здесь терпению приходит конец. Окончательно ссориться с Россией никто не собирается. Концепция однополярного мира, когда интересы стран вращаются в ореоле одного государства, не может работать. И об этом тоже говорил Владимир Путин в 2007-м. То, что сегодня происходит, попытка США удержать все в своих руках, никого не слушая, только увеличивает количество очагов напряженности. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможно. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире, не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы.
Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Баланс и противовесы. От этого во многом и зависит глобальная безопасность. Так, в 2013-м США готовы были объявить о начале воздушной операции в Сирии против правительственных войск Башара Асада под предлогом того, что они якобы применяли химоружие. Вашингтон поддержали 11 стран Большой Двадцатки в обход Совета Безопасности ООН, нарушив все международные нормы. Тогда Россия сумела остановить раскручивающийся маховик и избежать кровопролития. Сложные переговоры. Сирийские власти согласились на уничтожение своего арсенала химоружия, чтобы у Запада не было даже предлога. Тогда все снова заговорили о том, что мир перестал быть однополярным. Все за успехами российской дипломатии, успехи российской авиации в борьбе с международным терроризмом. Известный своим отношением к России республиканец сенатор Маккейн накануне на Мюнхенской конференции после нежелания европейских стран идти на поводу и усиливать санкции не скрывал своего раздражения. Конечно, глядя на то, как Владимир Путин уничтожает умеренную оппозицию в Сирии, логично говорить об ужесточении санкций. Но наши европейские друзья с этим не согласны. Их, видимо, устраивает то, как Путин разделяет Украину. Так что имеем, то имеем. Конечно, американским политикам, привыкшим мыслить категориями однополярного мира, трудно смириться, что все изменилось. Отстаивая свою бескомпромиссность во внешней политике, они, кажется, готовы зайти далеко, словно не желая видеть, что там за опасной чертой. Хочу привести слова Джона Кеннеди. Внутренняя политика может всего лишь провалить выборы. Внешняя политика может всех нас убить. Тогда, в 60-е годы, на пороге ядерного апокалипсиса, две противоборствующие стороны вовремя смогли понять, что никакое противостояние политических систем, государств не стоит жизни людей. Я верю, что сегодня мы все и мудрее, и опытнее, и ответственнее. И не разделяют нас такие идеологические фантомы и стереотипы. А те вызовы, которые угрожают всем нам, будут основой не для конфликтов, а для нашего объединения. Для справедливого и равноправного объединения, которое обеспечит нам спокойную жизнь. В Евросоюзе уже, кажется, начали понимать, что главное – спокойствие. И не только в Европе. Наблюдать за полыхающими странами со стороны не получилось. Хлынувший поток беженцев из Африки и Ближнего Востока, а вместе с ними и экстремистов. Страшные теракты в Европе. Миграционный кризис, который поставил под вопрос само существование Шенгенской зоны. Но люди бегут не только от пожара и войны, но и от послевоенного пепла, разрухи и нищеты. После свержения правителей на Ближнем Востоке и в Африке путем войн и революции одна страна с другой погружались в экономическую пропасть. 9 лет назад, говоря о глобальной безопасности, Владимир Путин прямо и откровенно указывал на проблемы и на то, что будет, если их не решить. Что здесь происходит на самом деле? С одной стороны, на программы помощи беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы, и подчас немаленькие финансовые ресурсы. Но по-честному, и здесь многие тоже это знают, зачастую под освоение компаниями самих же стран-доноров. Но в то же время, с другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве. Ограничивается для других доступ к высоким технологиям. И давайте называть вещи своими именами. Получается, что одной рукой раздается благотворительная помощь, а другой не только консервируется экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль. Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах неизбежно выливаются в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальный конфликт. А если все это вдобавок происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в условиях обостренного восприятия внешнего мира как несправедливого, то возникает риск для глобальной дестабилизации. Мюнхенскую речь Владимира Путина еще тогда, в 2007-м, назвали исторической. Одни увидели в ней брошенную Западу перчатку и даже назвали провокационной. Другие, их было меньше, говорили, с Москвой необходимо налаживать контакты, вести переговоры. Но, кажется, главного тогда не услышали или же предпочли не слышать и не менять архитектуру глобальной безопасности. И вот спустя 9 лет, открывая Мюнхенскую конференцию, ее председатель Вольфганг Ишингер в самом начале, словно задавая тон всему мероприятию, произнес: «Мировой порядок находится в самом драматическом положении со времен Второй мировой войны». Евгений Лямин, Иван Благой, Александр Гусев. Воскресное время. Первый канал.